Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадзи, и мы продолжаем проходить игру Risen 1. И это уже по счету 33 выпуск. Ну что, начинаем. И, наконец, мы сейчас найдем последний доспех Урсигора. Так, эту железную, думаю, уже использовали. Так, но, по-моему, это все-таки будет щит. Да, это будет щит. Последний доспех Урсигора. Так, ну, а для начала все-таки, знаете, что сделаю? Для начала я отправлюсь в город, потому что мне нужно купить отмычки, чтобы открывать вон те вот сундуки, которые будут в этом храме, где похоронен жрец вместе с доспехом. Так, давайте мы сначала найдем камень телепортации. Да, вот, Харбор Таун. Хочу вам напомнить то, что я уже нашел все камни телепортации, мы выполним все-таки это задание. Так, навык кузнечного дела позволяет вам ковать оружие кузнеца. Ну да, вот мы здесь. Так, сразу направляемся к продавцу, чтобы купить отмычку обязательно, которая нам необходима. Так. Кстати, сколько у меня очков? У меня 20 очков сейчас обучения. Может быть, все-таки нет, силы я не буду качать. Уже все прокачал практически. Ну, надо до 200 качать. Так. Даже не знаю. Но даже не знаю, что мне качать вообще. Куда тратить 220 очков? Так, Олтер. Альвар, вот. Так, у тебя есть отмычки? А то мне очень надо. Так, кажется, у тебя нету, да? К сожалению. Так, ну, к сожалению, этот меч нужно продать, так что... Так, вот это тоже говнище. Все продаем. Сейчас я быстренько все продам. Этот скипетр можно тоже продать, я им не пользуюсь. Это нельзя продавать, она не продается. Он нам понадобится для... Ну, с титаном, когда мы будем сражаться. Это мы продаем, тоже. Так, вот шлем титана. Продаем все вот этот. О, я зелень не выпил. Оплатить товар. Но, в принципе, ну, хотя я выпью просто так зелье, но оно все равно мне ничего не даст. Так, все-таки мне нужен, мы должны найти продавца, который продает отмычки. Может быть, этот вот чувак, его вроде зовут Джек. Да. Ну, хотя бы две отмычки, дорогие друзья. Две отмычки есть. Нам всем нужно продолжать, верно? Будь тут внимателен. Береги себя. Там хватает тех, кто может причинить нам зло. Так, знаю еще одного продавца. Он, да, вот. Вот он стоит. Не помню, как его уже зовут. Да, Коста. Займемся делом. Рубин. Да, это я ему напродавал. Но что-то у него нет отмычки. Может быть, у себя. И у него нету. Боюсь, что не могу. Точно, точно. Я кое-что вспомню. А хотя нет, он не продает уже ничего. Так, ну и у кого мне купить отмычки, я что-то не понимаю. Да, мне повезло, короче, мне с отмычками. Так, у меня всего лишь осталось... Да. Вскрыть замки, у меня всего лишь одно заклинание. Ладно, уж давайте мы туда отправимся. Только я уже забыл, как называется телепортационный камень. Так, западный вулкан.
Кажись, вот это вот, точно. По-любому. Почти. Но не это. Но не этот камень. Так, давайте поищем уже. Вот, вот это вот по-любому, вот прям чувствую. Этот камень. Да-да-да, точно это. Так, впереди мы видим три огра, давайте их сейчас убьем. Этих легких. Это было неразумно. Тихо. Отлично. Три огра. Просто зарубили их. Ну вот и все. Ничего такого трудного нет. Да, помню это, дорогие друзья, место. А давайте сначала я смотрю вот эту тропинку, а потом мы уже пойдем за последней частью Урсигора, доспеха. Да, вот еще один огр. Ну, тут много, кстати. Да, урон, конечно, от них очень такой прям... Он меня сейчас ударил, да, вот прям половину сняло. Я вообще охренел. Так, давайте выпьем зелье. Да, отмычка, да? Да. Не очень понятно. Хорошая работа. Есть. Опа-на. Так, меч. Пьющий душ. Во, мод. Мы наконец-таки получили новое задание. Просто отлично. Меч пьющий душ, да? Все-таки да, я нашел второй осколок меча. Так, это место мне очень знакомое. Очень знакомое место, да. А, это что ли? Да, очень хорошо я знаю это место. Мы здесь были. Да, вот я вспомнил. Так, ну что, давайте мы отправим сейчас в ту пещерку. И, наконец-таки... возьмем этот щит титановый. Давай, поднимайся. Так, у меня еще есть какие-нибудь задания? Да. Нам нужно приковать просто меч и все. Ну и найти все доспехи повелителей станов. Ну что, дорогие друзья, заходим в эту пещеру. Грибочки. Скорпионы здесь вот. Мы их быстро убьем. Вот и все. 200 опыта нам дали. Это просто отлично. Да, довольно тут много этих скорпионов, кстати. Еще один вот. Третий. Так, это кто у нас? Скелет, да? Да, вот мы у него нашли карту. Это скелета. Отлично. Да, такой последний удар просто сильный был. Очень мощный. Это еще один. Блин.
просто мастера. Что-то они слишком такие жирные. Так, железная руда. Давайте посмотрим, что нужно у нас там такое. Может быть, сапфир какой-нибудь попадется. Может пригодиться. Нет, ничего такого нету, к сожалению. Ничего нам не попалось. Я еще не смотрел это место. Убили еще одного скорпиона. Конечно же, очень легко. Золотая жила. Здесь больше да ничего. Да что ж такое-то? Ничего нам не дают. Никаких драгоценных камней. Вообще охренели уже. Так, сейчас мы потом осмотрим. Или я там уже осматривался? Сейчас я проверю еще раз. Нет, вот этот я не осматривал. А то жило. Отлично. Мило. Поднимаемся наверх. Так, тут я все осматривал, да? А, нет, я вот эту железную руду не осматривал. Сейчас посмотрю, что у нас тут такое. Здесь больше да ничего. Да что ж такое-то, а? Ничего нам не отдают. Вообще никаких камней. Так, ну тут мы уже тут все осмотрели. Всех убили. Никого больше живых не осталось вообще просто. Да, все. Все мы здесь сделали, ребята, наконец-таки. И... заходим сюда. Вот этот храм. Вот он, этот вход. Используем последнюю магию. Отлично. Фейкла, да? Пригодится потом. Выпьем зелье. Давайте съедим вот эту травку. И направляемся сюда. Так, с этими мы справились. Да, конечно, что-то у них такой меч слабый. Очень плохой. Почему-то. Так, эти кольца нельзя использовать. Целебное снадобье. Валяются они здесь просто так. Очень странно. Так, тут нам нужно использовать этот алтарь, чтобы открыть вот эту дверь. Да, требуют два бюста. Так, что это такое? А, колонна с карты, понятно. Карта всех зданий. Да, пригодится очень. Потом эта карта. Ну, давайте сейчас мы тут все осмотрим. Так, я хочу вот сюда вот залезть. Никак, что ли?
Что, придется использовать магию, да? Там то же самое, походу. Так, ну давай для начала мы сюда отправимся. Сохранимся же, конечно. Да, вот, я уже вижу этот бюст. Используем рычаг. Так и знал. По-любому нужно прыгнуть, да. Я уже заметил. Вот у нас бюст, целебное снадобье. Не, ну все-таки давайте-ка мы прыгнем. Я просто хочу все осмотреть. Может быть, кто его знает, мы найдем здесь что-то такое интересное. Так, погодите-ка, я хочу вот это место осмотреть. Так, здесь у нас вот этот ящер. Так. Так, что у него было? Что-то я не заметил. Так, вот это колечко, да? И ловкость плюс 5. Но больше ничего такого, в принципе, у него нет. Так, что-то у нас здесь есть. Здесь что-то есть. Слишком долго он что-то выкапывает. Это сундук. Так, ну что у нас тут есть? Ни хрена себе. Крыло титана, двуручный меч. Урон от клинка 100. Вот! Крыло титана. Это двуручный меч. Охренеть. Вот это да. Вот это находка. Вау. Просто посмотрите на этот меч. Это просто капец. Все, мы имеем самый офигенный меч. Меч титана двуручный. Думаю, да, это самый лучший меч. Так. Слебный снадобье там, да? Какие-то разделы. Ну, хотя давайте мы используем... Не, не буду ничего использовать. Обсидиан. Так. Мило. Да, очень мило. Так, стоп. Так, тут мы все смотрели, осмотрели. Так, получается, нам сейчас... Куда? Да, по-любому туда. Больше у нас нет никаких вариантов. Да, нам сейчас точно туда. Вид довольно хрупкий. Сейчас мы будем использовать, наконец-таки, этот меч офигенный. Все, капец вам. У меня самый офигенный меч. Не, смотри, что творят. Блин, меня сейчас убьют. Нет! Не, ну конечно, этот меч вообще просто шикарный. Вот видите, как он подлетел аж. Да, супер. Так, подбираем. Все вот это вот. Так, и все, что ли? Больше здесь ничего нету. Сейчас мы отправимся вот сюда вот. Да, уже я сразу вижу здесь все. Нам придется использовать эту магию.
Вот он, это рычаг. А вот Инглор. Так, ну кого-то надо убить. О, слабак ты. Вот и все. Каменная плита. Целебное снадобье. Так, что у нас здесь? Ага. Так, ну с первого удара, да? Ну да, с первого удара уже. Мы их рубим уже с первого удара. Отлично. Этих скелетов. Так, погодите-ка, я кое-что не заметил. Сейчас я проверю. Да, туда никак. Нам сейчас придется использовать вот эту магию. Левитация. Да, очень, конечно, легкий. А вот рычаг. Че у нас там? Да, знакомое место, конечно же. Сквозняк, да? Угу. Сейчас мы используем магию Наутилус. А здесь у нас что? Опа-на, еще один бюст. Так. Да, вот. Ой, что я выбрал? Нечаянно, извините. Так, вот этот сквозняк. Так, а там у нас... Здесь ничего нет. А, тут у нас... Летный воин. Я просто не заметил что-то. Выжидал момента. Так, а где твой меч? Братишка. Подобрал, значит. Так, что у нас там? Самое главное. Интересно даже. Говнище. Да, вот второй бюст, дорогие друзья. Сейчас мы откроем ту дверь. И возьмем этот щит. Наконец-таки. А там я был, мне интересно. Не, для начала я хочу вот это место осмотреть. Ну, зайду туда. Да, вот. Первый бюст. И второй. Ну чё, братаны? Ни хрена себе. Сюда подошел. Вот он, щит повелителя титанов. 5000 опыта, вы посмотрите. Я должен прикрывать доспех повелителя титанов. Вот новое задание нам дали. Не, ну это, конечно, вообще капец. Да. Заходим. А, тут эту дверь закрыли, получается, так? Промахнулся лошара. Верховный жрец. Не убей меня! Слушайте, да он вообще что-то...
чуть не убил меня. Вообще охренел. Вы просто посмотрите сейчас на мою жизнь. Чуть все-таки он меня не убил, а? Урод. Так, инквизитор начал, да? Выходим отсюда нафиг. А хотя, я сейчас хочу вот что сделать. Да, мы здесь не были. Ну-ка, мне интересно даже, что это за место такое. Сохраняемся. Что у нас там? Интересно. А в принципе, давайте-ка мы сейчас используем магию. Вот эту. Нет, не сильно. Лечение. Четверка, вот. Вот это нормальное лечение. Так, там у нас что? Да, мы здесь не были. И все, что ли? Больше здесь ничего нет? Да, по-любому где тут. Вот и все. Сейчас я там все осмотрю. Осмотрю последнее место, где я не был. Сохранюсь. Понятно. Так, стоп, а как мне туда? Понятно. Зря выпил, зря. Так, используем этот рычаг. И... сейчас мы откроем эту дверь. Да, опять вот такое место. Каменная плитка. Вот и все. Сейчас мы выпьем вот это зелье. Ой, забыл. Чуть не сдох, а? Вот мы здесь все сделали, все наши дела. Можно, дорогие друзья, отправляться в Харбор... Не-не-не. А хотя, да. Харбор Таун. Не-не-не, стоп. Давайте сначала к Элдрику, а потом уже в Харбор Таун. Элдрик. Сейчас-то мне сделают доспех Урсигора. Элдрик должен приковать доспех повелителя станов. Вот. Давайте мы сейчас найдем камень телепортации. К Северному храму. Вот это вот, что ли?
Угадал. Нет, не угадал. Да, не угадал. Это не то. Так, блин. Может быть это? К южным руинам. Если я не ошибаюсь. Да что же такое-то, а? Даже не знаю, к западным руинам точно нет. К восточному храму, к восточному берегу нет. Нет, нет. Нет. Это, наверное. Да что ж это такое? А, стоп. Нет. Смотрите-ка, правильно. Если честно, не ожидал такого. Что ты продаешь? А что ты про... А, даже у тебя отмычек нет, да? Ладно, я не буду учить лук. И так все знаем. Элрик, ну чё, ты где? Спит по-любому. Мне твоя помощь нужна. Я нашел часть доспеха Повелителя Титанов. Ты можешь его починить? Починить? Доспех? Тебе стоит обратиться к кузнецу, а не к друиду. Мне нужна помощь не с металлом, а с магией. Ясно. Пойдем починим его. Угу. Береги. Сейчас починим. Элрик, хороший чувак. Так, ну я, короче, встану вот сюда вот. Вот. Здесь мы можем починить доспех. Так-так. Дай-ка мне части. Вот доспех. Отлично. Начнем же тогда. Итак, смотрим. Я стою там, блин. Ну, как будто он меня осветил. Все готово. Что было разделено, вновь стало единым. Вот доспех. Доспех Лисистан получен. Удачи. Охренеть. С заданием, которое тебе предстоит. Береги. Вот это да. Вот это. Вот это вообще капец. Просто посмотрите на меня. Не, погодите. Надо еще у меня взять... Вот этот вот меч. И... О-о-о-о! Вот это вот вообще капец. Я просто какой-то терминатор. Посмотрите. Смотрите, какая защита. Это просто, просто вообще. Вот это доспех. Просто охрененный доспех, ребята. Так, ну что, давайте мы сейчас отправимся в Харбор Таун. Да, вот в Харбор Таун. Офигеть! Просто... Нет слов. Бойся меня, страж. Двигаться. Я самый сильный здесь. Нужно продолжать, верно? Эх, помню, когда ты был вообще слабаком. А сейчас вон как. Что у тебя такого важного, что ты меня будешь? Я хочу улучшить мои... Посох, да? А хотя давайте-ка сейчас мы вот что сделаем. Сейчас я хочу изучить топор. Вот. У меня же сейчас как бы 20 очков обучения, да? У меня, короче, вот такой вот план есть, смотрите.
Сейчас я вот что сделаю. Да, вот еще я могу использовать этот топор. Охренеть. Береги себя. Там хватает тех, кто может причинить нам зло. Ну, я буду использовать меч. Да, хочу сказать, что когда мы будем сражаться с Титаном, все равно у нас будет вот этот топор. Ну, только с помощью этого топора можно убить его. Так. Я хочу... Топор. Научи меня, как драться топором. У тебя нет силы огра. Итак, ты должен использовать топор, чтобы помочь себе. Тебе понадобится много места, чтобы ударить действительно крепко. Возьми топор. Используй все свое тело. Бей изо всех сил. Твоя сила поможет тебе победить врагов. Научи меня, как драться топором. Огры сражаются силой. Люди сражаются навыками. Так что, надо думать, а не только бить? Да. Ты можешь сбить противника в сторону ударом топора. Толкни, а затем снова бей. Даже еще могу? А, да. Научи меня, как драться топором. Люди сражаются быстро, а огры сильно. Когда сражаешься против человека, сбей в сторону его оружия. Тогда ты снова сможешь его ударить. Нужно быть быстрее. Старайся делать больше ударов. Два удара всегда лучше, чем один. Ты не готов... Да, я не готов к обучению. Да, вот. У нас теперь топор 4. А если я сейчас одену вот этот вот? Смотрите. Да. Топор мы все изучили. Топор плюс 6, да. У нас полностью прокачан топор. Так, вы можете использовать связки любое количество ударов, да? Ну да. Охренеть просто, я в шоке. Ну вообще реально какой-то терминатор. Титановый доспех. Представляете? Не умирай. Так, сейчас я вот что хочу сделать. Я хочу перековать меч. Вот. Ну, просто хочу посмотреть, если честно, на этот меч. Так, полуторный меч. Да, вот. Да, вот первый осколок. Теперь на наковальню. Да, вот. А, я так понимаю, то, что это двуручный меч тоже, да? Да, это двуручный, сразу видно. Поточим. Если честно, он довольно красивый. Вот и все. Так, все, выполнено задание. Урон от клинка 75. Вручный меч, да? Ну да. Такой нормальный. Да, хороший меч, но... Вот этот меч, конечно же, лучше. Нам всем нужно продолжать, верно? Так. Береги себя. Знаете там что? Тех, мы можем поговорить позже. На этом все-таки я закончу. Ты справишься, я не сомневаюсь. 33-й выпуск. Так, сейчас, погодите, я просто посмотрю. Я так понимаю, то, что 34-й выпуск, но следующий, он будет финальный, и он будет последним. И получается, скоро я пройду эту игру, Risen 1. Вот так вот. Так, ну я даже не знаю, как у меня заснять игру. Потом. Ну я вот там подумал. Ладно, на этом я заканчиваю. 32-й выпуск
33-й выпуск прохождения игры Риза. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, пишите комментарии. Всем пока. В следующем выпуске мы наконец-таки пройдем эту игру. Всем пока.